Погоня за штормами — опасное занятие. Я потерял управление. Но один ученый-исследователь... На север надвигается серия ураганов низкой интенсивности. Пытается спасти людей, несмотря ни на что. Держитесь крепче! Надо дать людям схему выживания во время торнадо. Не покидайте дом. Спрячьтесь в подвале или на цокольном этаже. Не приближайтесь к окнам и конструкциям, которые могут обрушиться под воздействием ветра. Невозможно предугадать, где они появятся. Наверняка скоро будет новый торнадо. Нисходящий поток с высокой скоростью. Вот здесь. Боже, это рядом с моей дочерью.